Детский православный лагерь. Поехали за ягодой корендой. Раскрещенная ягода смородины и крыжовника. Самое время, тихо. Так, на меня пускай поедет. Подождите, тетя Нина залази. Это сейчас поднимет хвостик. Все, все, все. Витя! Да бабушка залазит, подождите вы. Все, сели. Куда ехать-то? Все, сели, нет. Я не вижу. Да, да. Вот сейчас как дернем, у нас было уже такое. Руби, руби туда. Так, стой. Хорош. Хорош. Там все закрыли, лагерь.